Новости. Полиция, милиция, потом снова полиция. За 300 лет существования государственный орган претерпел много изменений. Все началось с Петра I. Именно при нем в 1718 году был издан руководящий документ, в котором была сформулирована программа деятельности полиции и назначен первый начальник главной полицмейстерской канцелярии. Так было положено начало полицейской службы в России, которая в эти дни встречает трехвековой юбилей. Историю ведомства хранят в музеях по всей стране. Есть такие и в Ставропольском крае. Музей истории отдела МВД России по Андроповскому району создан в 2014 году. Создан он для сбора, хранения, экспонирования предметов истории нашей, а также для осуществления воспитательной деятельности молодых сотрудников, а также юных граждан нашего района. Общим счетом в музее представлено более 150 экспонатов. Это настоящие архивные документы, аппаратура, которой пользовались сотрудники ранее, оружие, боеприпасы и даже вещдоки. Жемчужина исторической коллекции – ордена и медали фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. До появления музея все это хранилось внутри ведомства. Теперь накопленное историческое богатство упорядочено и размещено на стендах. Представлены фотографии из личных коллекций наших сотрудников, также специализированная техника, аппаратура, которую использовали в своей работе криминалисты, оперативники для осуществления оперативно-розыскных мероприятий в своей деятельности. Арсгирский музей чуть меньше. В нем хранится примерно 100 экспонатов. Как и Андроповский, он был открыт не так давно. Его появление не просто ждали. Бывший председатель Совета ветеранов Арсгирского района Ставропольского края мечтал об этом долгие годы и лично собирал материалы. Наконец, и моя личная мечта сбылась именно в этот радостный, прекрасный день. День работы сотрудника Министерства внутренних дел. Это я говорю о создании, об открытии сегодняшним числом музея Арсгирского ОВД. Я давно об этом мечтал, хранил дома архивные материалы, и наконец-то у нас все получилось. Ивана Ивановича уже нет в живых. Сотрудники вспоминают, открытие музейных дверей он ждал больше других. Торжественный день был для него волнительным. Многие из представленных экспонатов из его личного архива. Год от года оба музея растут и наполняются новыми кадрами. События и командировки сменяют друг друга. Однако одно остается неизменным. Это мемориальные стенды, посвященные памяти ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников МВД. В Арсгирском музее истории хранятся подлинные документы, боевые награды, ордена и медали ветеранов Великой Отечественной войны. Охмат Ивана Николаевича и Нестеренко Алексея Алексеевича проходил службу в Арсгирском РУВД. Кавалер Ордена Славы трех степеней Апальков Михаил Петрович. Наряду с историей, которую хранят музейные стенды, сотрудники помнят и о цели, во имя которой создана их служба. Это гражданский покой и мир, щитом которого стала МВД 300 лет назад. Анастасия Романова, Никита Чуб, АТВ «Ставрополь».